Фатал Нека, спасибо большое за донат. Осуждаем, блядь, тут хуесосинг, нелестные комментарии в чате. Какой-то дропнул кровавый риф. Потому что чел закинул 25 рублей. Привет. Давай кратко. Спасибо большое, Станислав Халявин. Нет, не будет. Спасибо большое за донат. Чё это, блядь, за краткий обзор на свой двор? Че, блядь? Че из-за ракет? Ну что за какой-то black noise какой-то? Лодочника не дропнул. Хуй его знает, почему я его не дропнул. Блять, видимо, я проебланил. Не заметил, что ты 25 закинул. Это был топовый развод. А, блять, нихуя, потому что на лодочника 125 было. Благодарю за донат. Сука, не пердится. Я вот только что буквально у меня жесткая пердуха была, короче, но она, блять, прошла. Спасибо, спасибо большое, Уман Ченел. Подписывайтесь на Уман Ченел, господа. Такс. Даже пернуть не можешь. Да пиздец, блядь, кринж. Смотрим дальше. Ясно, отписка. Ну окей. Короче, как будет перт, я поднесу. Микрофон обязательно. Чтобы был пук-пук такой мощный. Гарри Поттер Black Noise. Бля, нихуёвый такой, смотрите, это Хогвартс, если бы Волан-де-Морт всё-таки победил. Поскорбим по Веч Урганту. Бля, не поскорбим, чувак, это ж поскорбим по Веч Урганту. Короче, ты иди нахуй, короче. 5-6-2-3-9-0-2-3. Спасибо большое за донат. Ну, блядь, есть же правило, что нельзя телевизионный контент смотреть, блядь. Вот. А это как бы, блядь, первый канал, чувак. Ты чё, каналу моему будет первый анал тогда сразу. Пизда моментальная, поэтому, пожалуйста, что-нибудь другое зареквестируй. Сорян, что тогда. Телевизион. Телевизор. Видел героиновую зависимость?
тупые вопросы, 50 рублей. Блять, это... Ты, типа, я тоже читал, «Малыш и Карлсон». Типа, блять, а ты, Денис Пантелеев, перестал пить коньяк по утрам, да или нет? Перестал брать в рот по утрам, да или нет? Да или нет? Да или нет? Перестал или не перестал? Да или нет? Спасибо, Станислав Халявин. Спасибо. Он забанен и так. Блять, ну так я буду забанен. У меня охуенный пиар на 30 зрителей БТВ был в чате. Блять, что тут творится, пиздец? Крутые скелеты, господа, это они. Так, блять, сейчас. Окей, у меня, короче, ребят, в принципе, по-моему, мы собрали... Бля, сколько будет? Блядь, сейчас. 600 минус 1.2%. Да, блядь, калькулятор-то есть обостренный или нет? Пиздец, Уман Channel просто сегодня неистово спас. 4600 минус 1.2%. Все. Короче, за хату есть деньги. Заебись. Теперь осталось на оплату мобилы мне собрать. И если уж будем шиковать, то, короче, Даша на этот, на... Не знаю. Не, хотя подожди. Скажи, подвал. Ну, вообще, да, на еду и на, это, там, цветы на выпускной. Ну, это прям, если я не знаю. Чего, блядь.